Сейчас немножко прогуляюсь с вами по улочке. Здесь живут люди прямо на берегу реки. Окунемся, так сказать, в местную жизнь жителей. Совсем маленькие домики, но здесь классно то, что все утопает в растительности. Есть, правда, и заброшенные дома, но есть и дома, за которыми ухаживают. Вот посмотрите ниже. Зелененький, красивенький дом. Прикольно то, что идешь и не знаешь куда. А еще прикольно то, что я не захватил с собой смартфон и вообще непонятно, куда я иду. И как потом отсюда выбираться. Вот, в принципе, и тупик. Ну вот скажите, кто еще бродил вот так вот среди квартала Кучинга? Это главная улица этого района. Маленькие домики красивые. Такие места самый класс. Так живут местные жители здесь. Это просто кайф. Сейчас снова на набережную выйду. Посмотрим, что там. Это совсем другая территория. Противоположная сторона той, на которой я живу. И здесь жизнь совсем иная. Именно здесь живут в основном люди старого поколения, потому что по ходу все развитие начиналось отсюда.
и потом уже только перекочевала на противоположный берег. Ну, сейчас мы прогуляемся здесь, посмотрим, что здесь и как. Интересно же посмотреть с одной стороны берега, а потом с иной. Вот здесь можно на лодке заходить, что, конечно же, и делается. А здесь, наверное, эта лодка хранится. Здесь тоже есть триммера, и местные тоже косят траву. Правда, коситься здесь особо нечего, трава низенькая, но они все равно косят. Вот приблизительно так это выглядит. Гулял я гулял и набрел на продолжение набережной. Здесь даже все красивее. И никого нет. Хожу сам как сам, короче. Я оказался сзади этой, скажем так, золотой мечети. Как оказалось, здесь вплотную к каналу живут люди. Просыпаются утром, выходят на балкон и смотрят на канал. Вот такой вид они видят из окна своего дома. Есть здесь и виллы посерьезней. Вверх колючкой, видимо, боятся, чтобы к ним никто не зашел. Стоят видеокамеры везде, все по-серьезному. И сюда дошла цивилизация, слежение за людьми. Красивое местечко. Видимо, здесь уже эти построечки находятся давно. И отлично то, что это непосещаемая зона. Я люблю такие. Некоторые дома вообще сделаны на сваях. Видимо, бывали года ранее, когда это все подтапливало. Но сейчас, смотрю, за этим не очень следят. Смотри, какие красивые лодки огромные. Наверное, они давно уже не бороздили просторы этого канала. Они там просто сушатся в доке. Все красиво, зелено. Если бы вы жили здесь, то, скорее всего, у вас бы был такой сад. Это манго, папайя, бананы, пальма. Может, еще бы что-то посадили. А здесь вид сквозь призму джунглей. Ну, а это пирс, к которому причаливают, ну, наверное, уже не лодки, наверное, какие-то большие корабли. Или когда-то причаливали. И вот отсюда открывается такой вид. Сейчас пройдем по этому замечательному мосту и посмотрим, что видно с него. Такой замечательный мост. На тросах, и с него видно канал, сделанный людьми. Здесь дороги расходятся, можно пойти в город, ну а можно пойти вдоль основного канала. Я выбираю второй вариант и пойду вдоль основного канала. Мне это более интересно. Здесь протекает обычная жизнь людей.
Не знаю, удастся мне попасть дальше или не удастся, но пока что здесь довольно прикольно. Вот, пожалуйста, здесь кокосы созревшие, можно сорвать, можно и не срывать. Ладно, здесь пристанище лодок огромные. Идем дальше. Такое, наверное, есть только здесь. Созрели, но их никто не срывает. Удивительно, но факт. А вот здесь, смотрите, пальмы кокосовые растут. И тут же все, что падает на землю, это тоже орехи кокосовые, они произрастают. И так выглядят молодые побеги. Время молитвы. Здесь сосредоточена куча мусульманских храмов, и из всех храмов доносятся звуки. И вот, наконец, пирс упирается в тупик. Далее прохода нет. А сейчас немного пройдусь по левому разветвлению, по каналу, который людьми был сделан, и посмотрю, где же он оканчивается. Здесь тоже природа. Что интересно, что многие растения здесь растут просто где попало, а у нас их лелеют, сажают, пересаживают, а они расти не хотят. Нет, некоторые, правда, растут, но не все. Вот такой вот. Все прячутся. Боятся. Здесь живут дикие люди. Здесь тоже живут люди. Сколько здесь кошек? Здесь любители кошек. Ну, пожалуйста. В таком кармане тупиковом жизнь. Вот именно такие места и я люблю. Колорит. Вот мы и за мостом с вами видим, что здесь не все так и чисто. Здесь жизнь других людей. Посмотрим, куда нас приведет этот канал. Здесь туристов точно нету и не было. Так здесь живут люди. Ходят по мостикам. Прикольное такое место, похоже на Мьянму. Сейчас мы походим. Люди на воде. Это
это их улицы. Так что сегодня я нашел еще одно интересное место, где стоит погулять. Лично мне такие места очень интересны. Смотрите, как... Hello! Me too! Where are you from, bro? Ukraine! Ukraine? Yeah! Смотрите, здесь тупик. Жаль, что я не взял еще одну батарейку. Места здесь очень прикольные. Жизнь на воде. Такая небольшая деревенька. Главное не заблудиться и потом выйти отсюда. Вот она какая. Прикольная такая. И вот люди живут просто, но все равно идут, говорят тебе добрый день, радостный, несмотря на то, что живут, ну, как для нас, в плохих условиях. Ну, им эта жизнь нормальна. Вот, кстати, как растет. Снова забыл, как называется. Рамбутан вроде бы. Такой он здесь. Рамбутанчик. Нет, ну красиво. Все убрано, чистенько. Нигде не валяется много мусора, так как в Мьянме я был, в Камбодже. Там вообще не следят за территорией. А здесь... Хотя бы убрано чистенько. Случайно нашел это место. И оно пока точно не облюбовано, не туристическое. Вот такое. И все это утопает в зелени. Прекрасно. Строительство я же еще не снимал. Вот оно. Строится какой-то жирный отель. Что еще может строиться на берегу канала? У нас сегодня Рождество. А в этом храме тоже какой-то праздник большой. Мусульмане здесь собираются со всех окраин Кучин. Что за праздник, я не знаю. Вот то, о чем я вам говорил. Разве нельзя нас взять и вот так вот дома тоже выкрасить? И будет намного красивее, нежели выглядит сейчас. Хотел вам показать это место. С виду вроде обычное дерево. Проходишь немножко левее, и оп, огромный кот.
такой прикол. Так на Кучинке выглядят школы. Они здесь распределены на школу младшего возраста и среднего возраста. Это уже школа среднего возраста. Называется она Менинган. Кебанган. На входе охрана, и так просто сюда не зайдешь. Все довольно правильно. А так выглядит детский сад. Наконец-то я дошел до здания, которое хотел сегодня увидеть. Оно сейчас передо мной. Что это такое, я не знаю. Похоже на ракету, стремящуюся ввысь. Вот так оно выглядит. Если найду где-то, как оно называется, что это такое, то обязательно добавлю к этому видео. Сегодня 8 января, второй день Рождества, так что хочу вас еще раз поздравить с этим праздником. Правда, оно у меня здесь довольно специфическое, потому что нет снега, нету елки наряженной, получается, что-то не очень похоже на Рождество. Но все равно поздравляю вас, желаю вам счастья, здоровья, удачи в личной жизни. Нашел, что это такое. Это Кучинг Саус Сити Холл. Получается, что это здание, это огромный, типа, получается, нашего Дома культуры. А здесь садик для очень маленьких деток. Все огорожено, также не зайти, есть охрана. А это место апокалипсис Кучинга. Здесь можно снимать какой-нибудь триллер, фильм ужасов или что-то в этом роде. Декорации к этому же фильму. Название пока еще не придумал. Продолжение мистического сериала. Только нету агента Маудера и Скалли. Но все выглядит очень заброшенным каким-то. Непонятно, живут здесь в реальности люди или нет. Если живут здесь люди, то они живут здесь как-то странно. Куча автомобилей, лодок разных, а дома вот-вот упадут. Довольно интересное место. Вот окончание квартала триллера, и дальше уже романтическое начинание второго фильма, который, этот квартал похож на какие-то американские домики. А это интернациональная школа Святого Джозефа, и в школах в январе начинается кампания по набору студентов и школьников. Это пожарная часть, и их номер простой 999.